Что-то не та мелора, за которым типа боремся, делать предложение. Ну зачем этих драконов пощипать? Заряды. 213 маны плюс 133. Следующий год. Как-то мазда подизменилась. По чуть-чуть как-то. Прибыл подарок, да. Так я приехал. Щит. Через три тура. Ух. А я хук и был. Не лук. А совет прибыл. Арбатишилд. Интересных крючонка там. За счет чего у него все эти маскары? Ну щит, да, щит боевое искусство. Сам щит. Но нет, он щит не дает плюс один щит. Это отдельный щит, плюс один там или плюс два максимум. Щит сам по себе и так. Плюс 2 противотакси. Да он сурбует. Ну там если урон образно 15, вот, срубить, то 7 плюс 7,5. Ну да город, конечно, это крафтинг. Понятно. Ну сейчас возьму. Один хитрого питателя ночи. Плюс 5 урона. Урон. Маскировка в болотах без. Короче. А сколько он тебе все стоит? Не, ну тут продаешь за золото. 90 золота. Адекватный 900 450, это много. А золото для города, ну, вообще было посмотреть сколько. Ну вот тогда когда мы можем сами скипи это делать меньше. Что-то выстрелы. Тут... Все боеприпасы. Но тут на выбор будет. Там это магическое существо. Ну прокачивание что-то у меня есть. Быстрое исцеление. А вот природный соглашение, да. Значит у нас. Сова и Шейн подойдет. Этим артефактом надо делать. Ну есть крутой артефакт. Регенерация. Вот он на грудь ему подошел. Ну, не целительного. Сандра, например, или. Ну, совы и так там пусть много. Природный целитель, свои сопа. Ну 18, ну тут полный хп вообще. Ну да, должно быть уже около 18 и плюс. Сытный обед еще 15. Ну он обычно, наверное, может и одному дать. То есть 15 и 18. 33. 55. Плюс щит.
боевых искусств там не должен был. Ну, контрмагия какая-то. Как магия. Вообще непонятно, магия это вот это вот защита от магии. Не через урону сопротивляемость. Или вообще от всего. А ну не через стрельба обычно. То есть это как бы контрмагия некая. Защита от яда. Духа, сока, ну огня вообще. Не щита что-то такое. Ну просто на щит самый больше. Вот ты. Как это? Ну кольчуга. Данжен. Доспех. Такой тоже такой топик. Мистический. Ну он легендарный вообще. Что добрый тут еще? Как мировоззрение. А тут все считать, ну, то есть если нам выгодно драконицы, там, где-то их считать, а ну, блин, они. Да все эльфов урон от яда. Ну, повыше. Лучше не герой, природная сопротивляемость потерял. А эльфу надо придумывать там защититься. Ну и деморализуют войска их там. Деморализаторы. Ну они. В общем, они совсем противоположны. Один негатив. Ну для эльфов, для остальных там можно там влиять потом. В общем, они самые такие. Ну, а гребни, да, вообще высокие такие, высокие. Полые сиськи уши, ну, хорошо. Так, где ж? Ну, можно поехать сейчас. Ну, Ринофала сначала. Вот, они предлагают. Мы подкупили тот город. Ну, как, прикупили. Вассалитет, а теперь оно все-таки докатило. Тем более это не наша раса. Сандрин только плюс 200-150%. Но тут он выказывает типа 350. А, тут они одинаково. Модификатор отношения другой. Вот мировоззрение 200 на 200 получилось. А то 430-50. А, так он как он посчитал, что 630. Еще он с Сандром не прибавил, или что? Какие-то истерские, блин. Снова мировоззрение. Ну, и теперь он говорит, что уже так это, да? Не, ну правильно, там просто туда-сюда. Мы можем узнать сейчас теперь. В общем, 700 золота надо. Ну, 630 на 670. Просто дальность. То есть, за город 280, а за дальность 560. И 888 присоединить. Хорошо. Ну просто не показывают, сколько там будет, что они будут приносить. Ну приблизительно. Приблизительно неизвестно. 28. Ну по сути мы этих драконов посипали. У них есть шанс на город. Вот в том, что когда просто мир, вот это плохо, что нельзя птичку. Черных ворон. Тень, черных ворон.